также есть небольшие такие, как домики, вот типа храмы, маленькие они. Там они отдавали как бы дань, жертвоприношения солнцу. Это солнцепоклонники вообще, язычниками были нормально. Это классная беседка, вот здесь именно местечко. Здесь сидели и пили кофе. Здесь, стали. Наверное, был стол. Здесь вечером горели свечи, и такой романтик был. Царь просто сидел здесь и кайфовал. Вот классное место, вода течет, он сидит здесь. В безопасности. Да, еще видно. И все вот эти дома были построены там, где есть вода, там, где обрывы, там, где фиг заберешься. Да. Сюда, если трассу не сделать, просто пешком сюда, вот на эту Татевскую вершину забраться, и просто запаришься, заколебешься, вот завоевывать. А так они поднимаются сюда спокойно, пешком. И все, и там переграды делают, никто здесь не завоевывает и живет себе. А главное, деревню делали не здесь. Деревня, слуги их, так сказать, вот, царя, они все жили там внизу, где вот прорубь, обрыв там где-то. Возможно, когда что-то нужно, да. И там были колокола такие, которые, когда что-то случалось, там вот эти люди колокола били, и здесь уже все знали, что происходит, что там нападение, все так.